Этот снуд я буду вязать крючком номер 5. Вязать я буду нитками Alize Lana Gold двумя цветами в 100 граммах 240 метров. Вот тут вы видите номер цвета. Здесь такие же ниточки. И вот номер цвета. Делаем первую петлю. И набираем нужное количество петель. В нашем узоре один раппорт состоит из 4 петель, поэтому набираем количество петель кратно 4 и замыкаем нашу цепочку в круг. Вводим крючок в самую первую петлю, вытягиваем нить и продеваем ее через первую петельку. Две воздушные петли на подъем, накид, и вводим крючок в ту петельку, которую мы соединили. Вытягиваем нить. Снова накид. Вводим крючок. Вытягиваем нить. У нас 2 недовязанных столбика. Делаем еще один третий недовязанный столбик. Соединяем все петли одним накидом. Две воздушные петли. И проделываем то же самое в следующую петельку. Не довязываем первый столбик. Второй столбик и третий, и провязываем все нити одним накидом. Две воздушные петли. Дальше пропускаем 2 воздушные петли в нашей цепочке и в третью делаем 3 недовязанных столбика с накидом. Первый, второй и третий. Две воздушные петли и в следующую петельку 3 недовязанных столбика с накидом. Первый столбик, второй и последний. И провязываем все петельки. Две воздушные петли. И дальше пропускаем 2 петли в цепочке и в третью провязываем 3 недовязанных столбика. Две воздушные петли и в следующую петельку то же самое. И провязываем все петельки. Две воздушные петли. Теперь пропускаем 2 петли и в третью 3 недовязанных столбика. Вот как у нас получается. Здесь мы вязали 2 петли, расположенные рядом. Пропускаем 2 петли, снова в 2 петли, расположенные рядом. Пропускаем 2 петли и так вяжем до конца ряда.
каждой вершине, независимо от того, сколько петель мы пропускаем внизу, вяжем по 2 петельки. Я довязала ряд до конца, делаем последние 2 петельки и соединяем с началом нашего ряда. Дальше, чтобы начать следующий ряд, нам нужно перейти на серединку этой арки. Поэтому я делаю еще одну соединительную петлю в центр. 2 воздушные петли и 2 недовязанных столбика. Третий считается наша воздушная петля на подъем. И накидом провязываю все петли. 2 петли. И в эту же арку провязываю то же самое. Две воздушные петли. Дальше вяжем в эту арку. 3 недовязанных столбика с одним накидом. Соединяем все петли. 2 воздушные петли. И еще 3 недовязанных столбика туда же. Две воздушные петли и дальше вяжем в эту арку. Довязали ряд до конца, сделали 2 воздушные петли и вводим крючок вот сюда, вытягиваем нить и провязываем. Дальше делаем соединительную петельку в арку, вводим крючок, вытягиваем нить, провязываем ее уже другим цветом. 2 воздушные петли и вяжем то же самое, как и в двух прошлых рядах. Накид, не довязываем столбик. И второй. 2 воздушные петли. 3 недовязанных столбика с накидом. И соединяем все петли. 2 воздушные петли. Дальше вяжем в эту арку. 2 петли. И в эту же арку продолжаем вязать. Я довязала прошлый ряд и связала еще один. Соединяюсь с началом ряда. Перехожу на центр арки. И следующую петлю я делаю вот этой ниткой. И продолжаю вязать по той же схеме. Вот изнаночная сторона, и на этой стороне у нас будут вот эти нитки. Если вы не хотите, чтобы эти нитки были, вы можете в каждом ряду вплетать их заново. Но вам все эти нитки потом придется заправлять, поэтому я думаю, что так будет лучше. И довязываем этот ряд, и вяжем еще один. Потом меняем цвет на вот этот. И так чередуем до конца шарфика. Всего я связала 24 ряда. Вот как у меня получилось. Последний ряд делаем ряд рачий шаг.
У меня есть подробное видео на канале, как вязать рачий шаг. Ссылку я оставлю в описании под видео. Рачий шаг вяжем в правую сторону, противоположную от той, к которой мы привыкли. Одну воздушную петельку и делаем петли через одну петлю, для того, чтобы немного стянуть. Вытягиваем и провязываем 2 петли на крючке. Пропускаем эту петлю и в следующую вводим крючок, вытягиваем нить и провязываем 2 петли на крючке. Снова пропускаем 2 петли. Провязываем. И так делаем до конца нашего ряда. Вот вы видите, я довязала последний ряд, рачий шаг, и на этом шарфик готов. Теперь обрезаем все ниточки и заправляем их. Ширина шарфика получилась 39 сантиметров, а длина 32 сантиметра. На этот снуд у меня пошло по одному мотку этих цветов. Я надеюсь, что вам понравился мой мастер-класс. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!